За прошедшие выходные на улицах Якутска задержали более 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения. С пятницы по воскресенье сотрудники ГИБДД на дорогах республики остановили 66 водителей, управлявших автомобилями в пьяном состоянии. Из них 35 человек задержали на улицах Якутска. Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, с начала этого года по вине пьяных водителей произошло 114 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало порядка 200 человек, 164 получили травмы и 28 человек погибли. Кроме того, опасность на дорогах представляют неосвещенные участки улиц. Так, в Якутске на Хатынрякском и объездном шоссе почти отсутствует освещение. Это, в свою очередь, сводит к минимуму шансы вовремя среагировать водителям, если на проезжей части внезапно появится пешеход. Очень большую роль играет оно. Потому что, когда улица освещена, хорошо видно. Чего не ехать? Едешь нормально, и видно все хорошо далеко. Из-за таких вот пешеходов, особенно когда он пьяный, будет вылазить здесь, ты же его не заметишь толком. Попадает кто? Попадает водитель. Пойди потом докажи.